На днях официально открылось Генеральное консульство России в Харбине. Это пятое генеральное консульство, фактически созданное Россией в Китае. В качестве одной из значимых провинций, сотрудничающихся с Россией, Хэнуя активно проводит серию разнообразных российско-китайских мероприятий в сфере обмена. Открытие Генерального консульства России в Харбине придает новую энергию расширению регионального сотрудничества между Россией и Китаем, а также в перспективе обогащает стратегию российско-китайских двухсторонних отношений. Сейчас для нас сегодня происходит очень важное событие. Мы переезжаем в новое, просторное, современное помещение, где мы можем работать и полноценно оказывать все консульские действия, которые нам полагаются, в том числе и оформлять визы. Вот видите, у нас все готово. Ожидаем, что связи между российскими и китайскими регионами будут восстанавливаться очень быстро во всех областях, таких как торговля, экономика, наука, техника, образование, туризм, спорт. И мы будем готовы сделать удобство для местных граждан и наших российских товарищей в нашей стране, чтобы наше сотрудничество, сотрудничество между нашими странами эффективно осуществлялось и двигалось вперед.